Глава администрации Апатитов обратился к вандалам, которые в очередной раз повредили памятник Александру Пушкину. Напомним, в минувшие выходные неизвестные снова повредили памятник. В очередной раз пострадала рука Александра Сергеевича. От удара тяжелым предметом на памятнике осталась вмятина. А тем, кто последний раз сделал то, что сделал с памятником, советую сдаться добровольно, в кавычках сдаться, и возместить те затраты, которые мы на ремонт памятника понесем. Лучше это сделать добровольно.